Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение игры Cyberpunk 2077. Итак, мы закончили пролог, и теперь у нас начинаются полноценные главы истории этого киберпанка. Я не знаю, мы начали игру, за кого мы тут играем, вообще непонятно. Так, ты кто? Привет. У тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. Да, я не знаю, мы вообще кто? Тебе неужели... Туда нельзя. Тихо, тихо, успокойся. Да ну нахуй, да! Да, это же Джонни Сильверхэнд. Да, 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 это он. Слышь, нахер пошел, блядь. Оба-на. Я что, не вовремя? Ебался нахуй, мой микрофон. Сейчас зажжем. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Ебать, аж мурашки по коже, блядь. Что такое? Что тут? Что тут за движение? Ты кто? На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. А он за словом в карман не полезет, этот Джонни. Джонни, подожди! Ты кто, блядь? Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блядь, себя жалеть. И начни двигаться дальше. И, блядь, прическу поменяй, урод, блядь. Я опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Залезаю. Привет, шайтан! Понимаю тут. Поднимаемся! Туса, да, какая-то. И не снимай, понятно? Чё тут? Чё тут сейчас будет? Куда мы летим-то? Давай в него, попади. Год. Горят. Пасифика отрезан. Света нет. Вот санитанки на улице. Сука, пиздец. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйлон отвлекает внимание Арасаки от башни. А то, что по гражданским стреляют, тоже часть плана? У нас тут не звезд пацифистов, Том. Не нравятся твои проблемы. Ебать, я надеюсь, это пушки я постреляю, ебать. Ебать, как-то очень темно. А тут свет есть? Алло, включите свет, блядь. Один глаз светится и все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какой графон эпичный. Бля, чувак, дай мне пострелять, а, по-братски. Ебать, ты серьезный. Оба-на. Принял. Хе-хе-хе, блядь. Ебать. Так, в первую очередь надо вот эти железяки разъебать.
еще один хер. Ну все, минус все. Четкий правда. Пестик. Времени на отход будет мало. Я себе такой же хочу. Подключаюсь. Только два. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Чё, блядь? Ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже. Кто писал этот манифест? Угадай с трех раз, блядь. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит Нитранин. Вперед! Противник! Вступаю в бой! Приготовиться! Обана! Ну все! Ой, ебать, вот это шо-то, ебать! Блять, я хочу себе такой же. Да, что? Так, камеру тоже сносим. Ебать, поза. Ну уйди, блять! Ой, блядь. Чё, блядь, я разозлилась. Блядь, я тоже злой. Не, сейчас весело было. Ой-ой-ой-ой, Эго, что за шоты в бошку? Так, что нам надо? Как там называлась бомба? Бушидо 2. О, блядь, нихуя себе, ебать ты дебил, ну, блядь. Ну погнали. К вам идет спецназ. Блядь, ухожу. Ходить, блядь, надо отсюда. Стреляй по кабелям. А. А что, он сам не может опуститься? Прогревайте двигатели, мы возвращаемся. Так. Я должен сделать еще кое-что. Так, это еще не все. Надо скормить это их под сети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды и дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я сломал. Так, 4 минуты, ок. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Сука! Если что, если что, он через стенку хуярит. Ебать, блядь. У него какой там калибр, блядь? Блядь, я себе хочу такой пистолет. И он у меня будет. Нападение на собственность корпорации! Кто тут? Я рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина? Без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости.
Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Так, все, уходим. Они поднимаются. Беги на крышу. Бегу. Так, а где мой пестик? Вот он. Так, тихо. Ух, блять, нихуя себе. Ой-о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 й. Черт, это Адам Смешер. Тот самый. Этот Джонни, телохранитель. Дорфи. Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Ну-ну-ну-ну-ну, не улетать без меня, алло. Воспоминания Кливерхенда, значит. Жестко, жестко. Хай, мада иките имас. Вакаримашта, мукаимас. Попробуем еще раз. Это пиздюк, блядь. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Киоски купили внизу. Журнальный магазинчик там был. Привет, дедуля. Я тебя знаю. Отцы. Тюксет Ханасюзер. Смотри-ка. У меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Так был. Но бывает участь страшнее смерти. Сигнал об эвакуации был вообще-то, алло. Он должен был уйти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Хитова усоцки, дивундичи муазамк. Дага шава чига. Шава юбен дага, карера ва кеште усо цканай. Шича но котоба нига, цуцумаша га ару. Хаджимеро. А чё начинать-то? Слушай, губ? Блять, это что такое? Блять, ты кто? Да, блядь, стой! И тут пола нету. Ты, чувак. Да ну нахуй, ебать. А ты... Ты кто такой? Блядь, я испугался.
Я жив. Так, руки-ноги целы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, игра. Городская свалка. Так, нам нужно выбраться, но куда? Атмосфера прям наипрекраснейшая, прям затягивает, у меня мурашки по спине идут, я прям вообще как в кино. О, блядь. Ты же сказал, что я тебя найду, блядь. Тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Ой, охуенно, блядь. Жаль, что это не я сделала. Ну, спасибо тебе. Арасака-сама, отцо-сама, но сацугай-хан мицукемашита. Коно отоко де мачигаэримасу. Хай. 1 часа 5 минут вас кукато. Помогите. Блять, да не я убил отца, это он убил же. Блин, ну эти звуки сидений, блин, кожа мне очень нравится. Нельзя пошевелиться, послушать. Бля, чувак, ты меня на мусорке нашел, алло, блядь. Че думаешь, я розами пахнуть буду? И у меня такое чувство, лучше бы он меня не находил. Мне кажется. Ты слышишь меня? Мне нужна помощь. Ой, вот это хорошо. Это классненько. Дай мне оружие. Что, блядь? О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, по мне еще одно попадание, и я труп. Ой-ой-ой-ой. Так, сняли, все, погони нету. Блять! Ты, блять, откуда? Держись! Так, он тут? Да. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Блять, да ты можешь ровнее ехать?
Что, блядь, происходит вообще? Только не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Блядь, да пестик. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Вы были в Кампыке Плаза. Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Виктор, надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Ломейн. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Так, не врубайся, алло. Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, так, чувак, помогай мне. Подключите его. Так, переносим его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю. Ты, главное, спаси меня. Я умирать не хочу. Я еще молодой. Блин, еще глючит. Че глючит? Но уже получше. Как он там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Там что, дождик идёт, что ли, на улице? Ви, ты меня слышишь? Как больно. Как себя чувствуешь? Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинация? Ну-ка, давай опиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Арасака Тауэр. Было бы над чем смеяться.
Они убили меня, Вик. Мне было так страшно. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Говори. Биочип — это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Это, блядь, новость. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда? Ви? Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это выше моих сил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемался после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Наниты с чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Те, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван их воскресить. А как же я? Моя душа? Я вернулся с того света и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Че ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженера Фарасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело — пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. Так, а может, да, его просто выдернуть и все, ебать? А нельзя просто выдернуть этот биочип? Или выключить? Не-не-не, это исключено. Тогда ты умрешь сразу. Да, блядь. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Да, блядь, пиздец. Две недели жить осталось. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем. Я отвезу тебя домой. Ну, отвези. Буду дома сидеть, кататься из угла в угол на инвалидной коляске. А потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру.
Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы, принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Давайте. Мы что, в матрице, что ли? Таблетки, которые будет этого уёбка, чтобы он быстрее меня убил? Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я просто даю тебе выбор, милый. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви. Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. Сука. Тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Нихуя себе, как все закручено. Мне нужно лечь. Ну, в первую очередь, я — это я. А там просто террорист. Да. Последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Блин, Джеки. Джеки умер. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Он часто говорил о тебе. Знаешь, мы ведь поссорились перед тем, как он уехал на это дело. Он на тебя не злился. Ты знаешь, наверное. Да. Просто жалко, что наши последние минуты вместе были такими. Тебе сейчас надо отдохнуть. Пожалуйста, поспи. Ладно. Думаю, стоит задремнуть. Главное проснуться. Блять, ты кто? Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Блять. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Так это, блять, Джонни, сука, Сильверхенд. Сюда зашел. Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Ты, блядь, кем себя возомнил? Отвали ты от меня! Так, блядь, надо... Питер, блядь. На кого ты работаешь? Говори! Чё? Чё? Чё?
Ёбаный чип. Ёбаный пиздец. Нет, стой! Я получу контроль. Так, где таблетки? Ой-ой-ой-ой-ой. Я найду как. Ты меня слышишь? Свали из моей головы. Нет. Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Отъебись от меня! Выметайся, уёбывай, слышишь? Надо убить себя. Это единственный выход. Слышь, сучонок, стреляй себе в башку, блядь! Да пошел нахуй, блядь. Ебать. Это прям ебать, ебать. Чип вытаскивать нельзя. А вот он и второй акт.